Я Ермолюк Владислав Витальевич, 71-го года рождения, являюсь гражданином Российской Федерации. Еще один гражданин России выступил против вторжения своей страны в Украину. Владислав Ермолюк в своем видеообращении осудил действия России в Украине, в том числе ракетные удары и убийства мирных жителей. Ермолюк порвал паспорт и заявил, что отказывается от российского гражданства и вступает в ряды вооруженных сил Украины. Представляем вам видеообращение. Я решительно осуждаю действия России против Украины. Нанесение ракетных ударов по территории Украины, в результате которых погибли тысячи людей, включая детей, разрушение мирной инфраструктуры городов, включая школ, детских садов и больниц, является варварскими действиями. Я осуждаю посягательство Российской Федерации на конституционный строй Украины, на ее территорию и суверенитет. Я, Ермолюк Владислав Витальевич, отказываюсь от гражданства Российской Федерации и вступаю в ряды вооруженных сил Украины. Слава Украине!